У нас испытание лампочек на яркость свечения. Эталонная лампочка, фирменная Люксел, 9 ватт фирмы Люксел. 9 ватт, 4000 кулон, 910 люмен, 75 миллиампер. Ресурс. Это измерение люксов. Вот. У нас получается. Вот. Сколько люксов? 422. Вот, работает все. Измеряет и показывает, сколько измерения люксов. В данном случае 557. Вот я включаю. Пятьсот девяносто семь. 597 люкс. 597. На вот этой вот лампочке. Вот это вот она светит. Так, ставим на паузу и измеряем сейчас другую лампочку. Даже не ставим на паузу. Другая лампочка. Вот, держи. Другая лампочка. Вот. Вот это вот. 220 вольт. Это то, что я получил с Китая. 212 вольт. И клон. Включаю сейчас другую лампу, чтобы нам было видно. То выключаю, то выкручиваю. Вкручиваю вот эту. Ниже сюда, чтобы видно было. Вот. 12,3,3,5. 12 ватт типа. Вот то, что я получил.
Вот я ее вкручиваю сюда. Написано 12 ватт. Включаем ее. Выключаем вспомогательный свет. И измеряем здесь. Сколько люксел? При тех же условиях. Тоже расстояние. Вот. У нас. Люксы изменяются. То есть измеряет все нормально. Вот. И у нас мы видим 139 люксов. Сто 83. Сто 60 люксел. Сто 60. Так. Еще пробуем. Еще раз пробуем. Изменяем на более темнее. Так. Та же белая. Сколько? 183. Это точки измерения. Все тоже 183. 160 опять переключилось. Так, теперь мы сейчас измеряем третью лампочку китайскую. Включаю вспомогательную. Снимаю лампочку. Эту я выкручиваю, выключаю. Это была на сюда. Вот это была 10-12, 12 была. Теперь я ее ложу, ставлю. 220 вольт, 7 ватт, 3500 кулон. Тоже китайская, которая пришла из Китая. Вот. Включаю, выключаю вспомогательный свет. И измеряем, что у нас тут. Двести 11, это старое или что? Сейчас посмотрим. А, ну да, я ж не нажал, вот, измерение пошло, вот у нас меняется, у нас до 20, вот я убираю, та же белая бумага, тот же диапазон измерений, вот у нас люкс, сколько, 113. Ой, ну все, уже измерили.